привет! Меня зовут Татьяна. В феврале этого года я обучалась на языковых курсах в школе IELTS на Мальте. И хочу сделать отзыв агентству, чьими услугами я воспользовалась. Хочу искренне сказать, что я в целом в восторге от страны, от людей, от обучения и от поездки. Мальта негласно считается столицей языковых курсов, и это действительно так. Там просто сумасшедшее количество языковых центров и школ. Со школой IELTS я не прогадала. Школа удивила меня. Действительно хороший менеджмент в организационных вопросах. Это и трансфер, размещение, распределение в группы и так далее. В школе работают как иностранные учителя, так и местные. Мне посчастливилось, я попала в группу к учителю-шотландцу, чему несказанно рада. У меня была возможность познакомиться с шотландским акцентом. Я проучилась 4 недели, и даже за этот короткий период мне удалось подтянуть свой английский. Самое главное, что я определила, что все зависит от нашего желания, а не столько от учителя или от ресурсов, которые школа предоставляет. Ну вот один момент, который может подпортить впечатление от всего, это размещение. Ну опять же, не стоит ожидать люксовые номера, это студенческий отель, это студенческий вариант. Да и цель все-таки у меня была обучение, и мне вовсе не хотелось сидеть дома в отеле, а все-таки хотелось побольше знакомиться и обогащаться культурой острова. Ну вот относительно посреднического агентства и качества его услуг. Естественно, перед поездкой я делала мониторинг агентств, которые профилируются в этой области. И свой выбор я остановила на компании Мариади. А работала я конкретно с менеджером Даной Лешко. По большому счету, я осталась довольна всем. Ну, во-первых, ценовая политика была, на мой взгляд, адекватная. Ну, по крайней мере, для меня. А во-вторых, на протяжении всего времени перед отъездом я работала с одним менеджером, с Даной, что тоже немаловажно, потому что смена менеджеров говорит о текучке кадров в этой компании. И неудобно постоянно работать, знакомиться, вводить в курс дела нового очередного менеджера. Что еще хочется отметить? Ну, в целом было комфортно работать в том отношении, что Дана помогала выбрать оптимальный вариант курсов, который отвечал и моим ожиданиям, и моим финансовым возможностям. Признаюсь, что это была моя первая крупная, так сказать, сделка на расстоянии. Я из Казахстана сама, и, естественно, у меня были опасения по поводу порядочности компании, ведь у меня нет возможности ни пройти в офис, ни познакомиться, переговорить лично, а уж тем более совершать оплату. Но хочу сказать, что все сомнения развеялись, компания сработала четко. По возвращении, естественно, многие из моих знакомых просили меня дать отзыв об обучении. Я без сомнения рекомендовала и Мальту, и данное агентство. И если мне предоставится возможность снова поехать на курсы, скорее всего, я обращусь в это же агентство снова.